Я достаточно часто общаюсь с различными собственниками и топ-менеджерами различных компаний, которые вообще не понимают, каким образом они достигают успеха. Вот если им задать вопрос, а как именно ты зарабатываешь деньги, как именно ты добиваешься прибыли, как это у тебя получается, какие у тебя есть ресурсы для того, чтобы увеличить свою прибыль, то многие из них затрудняются ответить. То есть у них получается некий результат, а как они к этому пришли, они не очень понимают. Вот я очень хочу с вами поделиться секретами или лайфхаками, или основами профессии руководителя, которые расскажут вам, как именно вы можете в своем бизнесе извлекать прибыль с каждого квадратного метра. Как в условиях нынешней реальности создать команду, заставить ее поверить в эту цель и добиваться вместе тех целей, которые вы вместе перед собой поставите. Приходите на конференцию «Герои молдавского бизнеса», и я с радостью поделюсь с вами всей этой информацией, которая позволит вам стать однозначно эффективнее и однозначно результативнее в том деле, которым вы занимаетесь.